Конечно, известный вам Рав Шах – великий мудрец, но он антисионист. Он не принимает Израиль. Он принимает его де-факто, но он против еврейского государства как такового. Поэтому, если вы считаете, что будет правильно пойти за ним, пожалуйста, идите за ним. Но он выступает не только против меня, он против самого понятия израильского государства.